Вот у юный морец такие стихи всегда, ну, в основном, не всегда. Такие добрые, нежные, детских очень много стихов. А я чуть больше года назад встретила ее стихи совсем новые, совсем свежие. И вот уже год, я думаю, не то чтобы я не решаюсь их прочитать, но как-то я не решаюсь, наверное, поднять тему, потому что ты думаешь, что всегда, когда вот вы приходите ко мне, это, с одной стороны, мой монолог, с другой стороны, судя по вашим откликам, по какой-то такой энергии, которая вот возникает между нами, я понимаю, что это все равно диалог. И, значит, я понимаю, что, наверное, то, о чем я думаю, я хочу высказать. И вот сейчас «Юный морец», прочитать стихотворение «Юный морец» совсем другой. Совсем другой, вы поймете. Не будь Россия ничьей добычей, не следуй правилам тех приличий, какие хищник диктует жертвам. Не будь съедобной, не верь экспертам, чей опыт славен словесным блюдом. Тогда не будешь дежурным блюдом, закуской, жертвой звериной, страсти порвать с восторгом тебя на части. Не будь безгрешной, из тех, кто жив, никто не ангел, не упреки лживы. Не будь пушистой, но будь зубастой. Чисты фашисты, как тюбик с пастой. Чисты фашисты, как зубик с пломбой, как в небесах санитары с бомбой. Не говори, что бывает хуже, не жди пощады в глобальной луже. Не будь Россия страной-тарелкой, разбитой вдребезги подлой сделкой, страной осколков, отдельно взятых в разъединенных российских штатах. Не будь разъемной, не верь экспертам, не следуй правилам тех приличий, какие хищник диктует жертвам. Не будь Россия ничьей добычей. Браво!